Всем привет! Меня зовут Лола, и я хочу немного рассказать вам о себе. Работаю фитнес-тренером, стаж собственных тренировок 10 лет. Но к своей профессии я пришла не сразу. Путь мой начинался с того, что я, будучи очень худенькой девочкой астенического телосложения, я решила взяться за себя, изменить себя внешне, стать более красивой, привлекательной, и пошла в зал. Но придя туда, естественно, как многие новички, я растерялась, я не знала, с чего начинать, очень сильно стеснялась, и поэтому решила воспользоваться услугами фитнес-тренера. На протяжении долгого времени, к сожалению, не видела никаких продвижений. Я очень сильно хотела видеть красивые ягодичные мышцы, круглые, подтянутые, красивые руки, плечи. Но, к сожалению, всего этого я не наблюдала. Внутренняя мотивация просто терялась. И я поняла, что нужно за себя браться самой. Я стала искать соответствующую литературу, читать ее, изучать биомеханику, анатомию, физиологию. И меня это так затянуло, что мое саморазвитие стало приносить мне удовольствие. Я была постоянно в поисках, смотрела различные ролики из интернета, соответственно, допускала много ошибок, но старалась не сдаваться, не опускать руки. И так в один прекрасный день я наткнулась на статью Егора на его канале Heavy Metal Gym. И мне стало интересно слушать Егора. Я много полезного подчерпнула в его статьях, что в будущем пригодилось в моей работе. И так Егор стал моим тренером-наставником. Тренировку свою начинаю с экстензии спины. И хочу сказать, что это упражнение стало для меня находкой. По итогу перестала болеть поясница. Запрыгивание на тумбу – одно из моих любимых упражнений. И Егор был прав, говоря, что это упражнение дает стимул к росту ягодичных мышц. Приседания. Мега классное упражнение, базовое. Я долго не могла освоить технику, хотя рядом был тренер. Но теперь я приседаю с весом 50 кг. Сгибание ног лежа. Не часто делаю это упражнение, но для большей прорисовки бицепса бедра иногда тренирую изолированно. Русские наклоны. Делаю 3 подхода по 15 повторений. На добивку ягодичных мышц в конце делаю ягодичный мостик, 3 подхода по 12 повторений.
Становую тягу, так же как и приседания, освоила не сразу, делала много ошибок. Спасибо Егору, что помогает разобрать ошибки и довести технику до совершенства. Тяга вертикального блока развивает очень хорошо спину. Потихоньку пришла на подтягивание собственным весом. И в конце тренировки всегда делаю гиперэкстензию, где я чувствую, как расслабляются мышцы поясницы. Хочу выразить огромную благодарность Егору за его мега полезные статьи и видео. И хочу пожелать дальнейшего процветания вашему каналу Heavy Metal Gym. И чтобы нас, единомышленников, становилось все больше, чтобы мы продолжали развиваться как физически, так и умственно. Спасибо за внимание. Всем пока!